все очень умные, но ты мне скажи, тротуар от проезжей части чем огражен? Газоном. По правилам. Где ты видишь там огражение? Газон. Нет, там понятно, там где? Проезжая часть у нас слева, там, вот там. Где? Вот здесь вот въезд во двор, здесь проезжая часть. Где? Вот у нас проезжая часть. Видишь здесь? Вот, вот у нас проезжая вот, часть. Так мы по проезжей части говорим, а не про двор. Ты видишь двор? Проезжая часть? Проезжая часть вот. Ты там дворовая зона. Разговаривать умеешь? А нормально. Вы слушать умеете? Я понял. Ну, дальше все. Здесь ответь на вопрос. Здесь проезжая часть? Там дворовая зона. Проезжая часть? Там машины ездят? Ездят. Ездят. Значит, если в арку сюда не выезжают, дальше куда они деваются? На тротуар. Где здесь газон? Вот газон. Нет, ту проезжую часть как отделяет? Скажи мне. Ну, человек, еще раз повторяю, у нас отделяется проезжая часть, а не дворовая зона. Там также проезжая часть. Там двор, там дворовая территория. Проезжая часть там есть? Там есть дорога. Отлично. Вот проезжая я часть, там понял. Газон, все. Я там понял, все. Здесь как она отделена. Да там никак ничего не отделяется. Отлично. Там значит, просто двор, там просто дворовая территория. Значит, там она проехать. Двигаться может, машина. А здесь она может? Нет. Проехать? Почему? Здесь нет газона. Ну вот вы выехали, увидели, идет проезжая часть, газон, тротуар, все. Учите правила дорожного движения. Откройте, почитайте, освежите открывай. Память. Открывай. Что, вы не знаете, что такое тротуар? Открывай. Почитайте. Открывай. Я знаю их. Открывай. Зачем? Чтобы показать, что ты не прав. Так вы покажите, что я не прав. Докажите. Я тебе тоже. Конечно. Ты устроил здесь цирк. Я ничего не устраивал. Цирк устраиваете вы, клоунад натуральную. Иди, умник, читай. Право дорожного движения, видишь? Ну посмотри, ты же умный. Элемент дороги предназначен для движения пешеходов, примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке. Либо отделенный, либо не отделенный, а либо газон, это не обязательно условие. Примыкающий к проезжей так части, вот, часть, либо. Так вот, либо. Проезжая часть, а вот тротуар, и вот примыкает. Проезжая часть, газон, тротуар. Вы, да. Что? Ты на камеру такой крутой? Нет, нет? И без. Если выезжаешь со двора, говорит, это проезжая часть? Да, то есть на выезд со двора еще должен быть газон. Чтобы люди его расстояли. Ну да, да. То есть вообще в голове не бум-бум. Мужчина, что вы делаете? Скажите, пожалуйста. Хочу проехать себе домой во двор. По тротуару. Почему по тротуару? Видите здесь тротуар. Арка, видите? Здесь для людей, чтобы люди арка, ходили. Арка, видите? Для людей. А как вы можете попасть в арку? Знаки запрещающие, покажите. А вы покажете мне знак тротуара? В смысле? Прямо? Вы видите эту арку? Мужчина, здесь тротуар, по правилам дорожного здесь движения. Здесь нельзя останавливаться, и но ездить проехать тоже. Здесь можно. Здесь нельзя ездить. Пункт это правил 9.9 запрещает. Это кто вам сказал, что здесь нельзя правила ездить? Правила дорожного движения. Покажите знак. Какой знак? Запрещающий. А на тротуаре ставятся знаки? Покажите, вот это что такое, заезд? Это проезд. Проезд, отлично. Покажите мне знак, что сюда нельзя въехать. В проезд? Здесь должен быть кирпич. Его нет, значит, не запрещено. На тротуаре движение запрещено автомобилю. А вызови ментов, давай спросим. Не ментов, а сотрудников полиции. Вам надо, отлично, вы вызывайте. ГИБДД. Вызывайте, вам надо. Держи, я оформляю. Лей. О! Ты решил приклеить вот это, да? Ко мне. Надо. Ты решил приклеить? Да не надо давить людей. Каких людей? Человек перед вами. Который на меня напрыгивает? Кто на вас напрыгивает? Вы на машине. А вы кто такой? А вы кто такой? Люди. Какие вы люди? Обычные. Так, хорошо, мусоров надо, да? Сейчас я вам буду мусоров. Давайте вызовем ментов. Скажем, что вы напрыгиваете. Давай. Вы да. Дедушка, тротуар еще что-то. По какому тротуару? По обычному. Делать нечего, что ли? Вам делать нечего, вам, видимо, нет. Мы стоим спокойно на тротуаре. Все, кто двигается по тротуару, да. Девушка, нам бы наряд бы выдать. ППС. Ну, можно и ДПС заодно. А, ну на машину напрыгивают. Не надо мусорить. Машина находится на тротуаре. Сейчас остановлена. И люди блокируют мой проезд, напрыгивают то, на нее. Свинят. Наклеивают на, что-то там, на стекло. Ну то есть хулиганство хотелось бы тушить. Машина. Хулиганство и мусорит в общественном месте человек.
Да, вот на лобовой мне наклеили знак такой, знаете, значок, чтобы там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как это? Семь, восемь. Ну, 9, да, это мужчина, женщина. 12, 14. Человек 20. Да, я ожидаю. Чмошки. Чем клавио таких людей? Как я во двор тебе заеду? За домом проезд отличный. Вот здесь, блядь, взял, встал вот здесь и поставил, значит, заграждение и написал. На тротуаре какое заграждение? Что машинам нельзя заезжать. Это в правилах написано. Пункт 9.9. А где в правилах 9? Написано, что это не дорога? В определении тротуара это написано. Ты его знаешь, зачитай. А вы не знаете? Не, ну зачитай. Тротуар, элемент дороги, предназначен для движения пешеходов. Так. Примыкающий к проезжей части, либо отделенный от нее газоном, либо ну где? Вот голову здесь. Направо поверните. Вот здесь я спрашиваю, где газон? Проезжая часть справа от вот вас. Это, где написано, как дворовой проезд. Так. И там, еще смотри, раз говорю, проезд. Проезжая часть, газон, тротуар. О. Да. Ну, кто вы хоть такие, давайте рассказывайте. Люди. Пусть ребята расскажут, что они делают. Кто они такие, по какому принципу вообще отобрались и собрались. Очень интересно знать. Народ тут столпился. Ну, у вас там машины есть, если смотрите. Ребят, я не завидую вам, тем, кто просто стоит запаркованный. А почему-то решили, что вы с нами, ваш машину сфотографируют. А я не знаю, он решил, что вы с нами, поэтому пофоткал. Мужчина просто решил, что вы с нами. Ну что, устраивайте. Устраивайте вы. Я все-таки дождусь. А вы съездите с мамой тогда. Эти они меня вообще. Благодаря вам, она поедет назад. А я буду с вами стоять, ждать мусоров. Вы провокаторы гребаные. Вот вы кто. Бараны, даже представиться не можете. Ответь за себя, назовись. Я ментам звоню, сейчас говорю, я живу там-то, меня зовут так-то, прописка такая-то. А ты, гадина, ну представься, скажи, кто ты, что ты сюда приперся, зачем, покажите паспорт. Вы местные? Кто вы такой, чтобы вам представляться? Каков итог, каков урожай сегодня? Посмотрите потом в ролике. Где? На YouTube-канале StopHam SPB, прям в отличном. Когда показ. Будет? Ну, я думаю, наверное, недельки через 2-3. О, а что так долго? Продакшн херни. Нет, вы просто там я буду орать большая. Долго, да? Очередь большая просто. А, ну так вы что? Желающих вы много сняли хоть? Да, достаточно. На вас прям хватит там, прям отлично. Машина моя там есть. Конечно, все есть, все целиком полностью. Отлично. Ну хотя бы понятно, куда концы будут уходить. Конечно. Ну смотрите, а тут в ролике другие товарищи. Да? Да. Да вот я. А, ну вот он же, да, этот же. Да все. Который с велосипедом. Но вы хотя бы с ментами договорились? Они поэтому так долго не едут, да? Собрали людей, я спрашиваю, хоть кто-нибудь, скажите, как ваша фамилия? Вы довольны? Это я ваш первый сегодня оклеенный или нет? Были другие? Дайте интервью, пожалуйста. Я первый ваш оклеенный или кому-то еще вы оклеили? Отходи, не надо, ты что? Это плохая пиар, плохая реклама. Вам отдаю должное, вы замечательны. Благодарю вас. Очень жалко, что вы не рассказываете ничего. Ну ладно, хотя бы я вас видел в ролике, меня это очень успокаивает, что хотя бы какая-то понятная история. Но организовано все отвратительно. Вот получить мог вот он, конечно, да, если бы я психанул. Но, слава богу, я сдержался. Помогла мама и девушка. Но ты, конечно, тоже. Вот вы два дерзких, просто дерзких парня. Да. Можете ваши глаза показать? Почему? Ну вы же вот серьезная организация. Вот молодой человек есть на Ютубе. Вас можно как-то вычислить, найти. Вы меня извините, но вот как вы накидываетесь, что вы творите? Ну, от вас тоже не самые приятные впечатления. А как бы вы себя повели? А, ну вы вообще в курсе этих тем, вы бы, наверное, качественно себя повели бы, просто свалили бы, закрыли бы лицо. Я вообще не заехал бы, да? Все, конечно. Сколько вам лет? Мне 34. И за ваши 34 года? Вы занимаетесь давно вот этим? Да. Ваша цель, короче, хайп, я понял, эфиры. А, да, хайп, эфиры, так? Лайки. Что-то туховатая акция какая-то. Да, что? Вам презентик. Дайте ребятам ко мне. Кушайте, кушайте на здоровье. Вы делаете благое дело. Спасибо вам большое. Ребята. Спасибо за поддержку. Спасибо вам, ребята, что вы здесь собрались. Да, представляете, сколько людей подходит и говорит спасибо. Вам, да? Да. Это то, что они могут ходить, гулять по тротуару это трагедия. Спокойно. Если вот таким шайкам говорят спасибо,
то у нас все очень грустно, к сожалению. Когда ждать ролик мой, скажите мне, и я зафиксирую этот момент. Недели через 2-3. Недели через 2-3, а да. Поконкретнее можно? Да сейчас нет, конечно. Майский, то есть в июне точно увижу. Первый. Ну, наверняка, да. Наверняка? Да. Театр одного актера очень хорош. Он, скорее всего, сейчас уедет. А вы что, без камеры?